сейчас мы впервые были на горках. Мы открыли парк Universal. И ваши впечатления? Мы бежали на Египет, на что-то, какой-то аттракцион Египет. Мы не знали, что будет. И что мы получили? Да, это было круто. Я вообще, честно говоря, первый раз в жизни вообще на таких аттракционах. Я всегда как-то стороночкой, да, но здесь вот, поддавшись Ирининой энергии, как-то так прям залетели туда. И вообще, конечно, ну круто. Вы как? В этом случае, Ольга Сазонова, вам говорит Басюк, вперед. Она нам сказала, скорее, скорее, прыгает, бежит, мы за ней, я за ней, пенсионер, бегу. Не хочу никакие горки, я не хочу. Она говорит, надо, вперед, там не страшно, вперед, сели. Мы не знали, что будет. Половину пути, конечно, я держала глаза закрытыми, но это очень круто. Это круто, да? Да. Если говорят, нужно вперед за лидером. Вы что получили? Первый раз, так же, как и все, впечатление непередаваемое. Надо просто здесь быть, ребята. Кайф, драйв и все остальное. Просто супер. Желаю вам всего самого наилучшего. Дерзайте, у вас все получится. А, и я. Ребята, я не знаю, просто идите вперед. Вы никогда не поймете, надо это, не надо это. Да, это надо сделать просто. И только потом, сначала мы все вышли. Это хорошо или плохо? Не знаю, это хорошо или плохо. Но когда уже осмыслим, мы понимаем, ё-моё, жизнь-то одна, и мы это сделали. Мы это сделали.